И к другим темам. В Курской области стартует предварительное голосование для определения кандидатов от партии власти в Государственную Думу. Всего заявки подали 17 человек, а 22 мая станет ясно, кому отдали предпочтение выборщики. Конкуренцию уже опытным депутатам составят те, кто только начинает свою политическую карьеру. В общефедеральном списке участников праймериз больше половины беспартийные. По одномандатным округам пройти на выборы сможет лишь один претендент, набравший большее количество голосов. По общефедеральному списку 5 человек, каждый наберет сколько-то голосов, и мы эти данные передаем в Федеральный организационный комитет, который примет решение, потому что федеральный список будет объединение нескольких регионов. Они будут смотреть, как в тех регионах, и вот тогда решение будет федеральный оргкомитет. Пока же претенденты будут участвовать в дебатах. Они стартуют 16 апреля и будут проводиться каждые выходные до 22 мая. Темы определены: борьба с коррупцией, сбережение нации, экономическая и промышленная политика, развитие сельского хозяйства и качество повседневной жизни. Каждый участник должен выступить минимум на двух площадках. Также претенденты на думские кресла подписали меморандум об открытой и честной конкуренции.